Доброе утро! Каждую осень мир узнает имена не только нобелевских лауреатов, но и обладателей так называемой Шнобелевской премии. Она присуждается за остроумные и необычные исследования, от которых сначала хочется засмеяться, а затем задуматься. Знают ли югорчане, за что получают Шнобелевскую премию, и что бы они хотели изобрести, спросим. За что присуждается Шнобелевская премия? За самые нелепые открытия. Действительно, хорошо. За самые глупые открытия, то есть, насколько я помню. Да, действительно. А какие, например? Не вспомните? Ну, или, может, сейчас угад. Не помню. Нобелевскую премию за знания. Нет, Шнобелевскую. Шнобельскую? Да, Шнобелевскую. За длинный нос, наверное. Что бы вы хотели изобрести? Как вы думаете, чего нам не хватает? 25-й час в сутках. 25 часов. Ну, зачем? Зачем? Да, да, надо, пригодится. Поспать можно. Ну, поспать можно такую штуку. Раз включил, заснул, 8 часов проспал и проснулся. Можно такую штуку? Можно, наверное. Было бы круто. Фантазия гораздо. Я бы хотел изобрести летательную машину. Летательную машину? Да, чтобы летать. Ну, для... Самолет есть у нас уже вертолет. Нет, для личного пользования, чисто для семьи. А, домашние летающие машины. Да. Лекарства о старости бы изобрели. Чего не хватает? Да. Ну, наверное, телепорт. Что-то мне в голову ничего не приходит. Что-то для удобства. Да, что-то для удобства. Все хорошо. Для человеческого. Спасибо. Мы уже и так много изобрели. Чего нам не хватает просто? Допустим, окон, которые моются сами, например. Мне хватает всего. Я живу тем, что есть. Вам всего хватает? Мне всего хватает. А окна мы сами мыться не будут, если рук не будет. Ручки приложить, всего надо ручки приложить. Когда будешь в машину времени, чтобы исправлять ошибки прошлого? Колесо. Колесо хотели? Да, да. Заново изобрести да, колесо? Да, да, да. Почему? Ну, не знаю, мне нравится колесо. Не знаю, могут ли югорчане получить за свои достижения Шнобелевскую премию, но, как показывает история, после Шнобелевской премии можно получить и Нобеля.